Нет. Вот видите, белые такие вот. Это волдыри на пальцах, особенно вот здесь. Муравьиная кислота и еще три ядовитых элемента, которые жалят руку, ну, которые причиняют вот эту вот боль. Откуда в крапиве муравьиная кислота? Просто это название такое не дали, глупое. Просто вот задумайся, как так могло случайно сложиться, что в природе, естественно, случайной эволюции, что, ну, может, я тупой, ну, да, я тупой, не понимаю, ну, как может, причем тут муравьи и крапива? Муравьи выделяют кислоту, которая жалит. Крапива выделяет кислоту такую же, точно, которая жалит. Как так? То есть это скорее похоже, как будто Бог или, ну, создатель какой-то вот просто так вот сделал, распределил. Просто одно и то же вещество дал муравьям и этим, чтобы защищаться. Причем тут, потому что они совсем разные. Они не имеют друг к другу никакого отношения. Муравьи и крапива. Нормально. Что-то я, мне кажется, маловато. А скоро уже крапива исчезнет, черт возьми. Я просрал все. Ну, короче, это было раскаяние за все.